Старт! Внимание! Марш! Здесь все как на серьезных соревнованиях. Красные флажки, свистки, команда, настоящая судейская бригада и протоколы. В финале фестиваля «Дрозд» приняло участие 19 команд из детских садов нашего города. Праздник состоял из двух частей творческого конкурса и спортивной эстафеты. Такие мероприятия у нас проводятся с одной целью. Это приобщение детей к спорту, их вовлечение, популяризация спортивных мероприятий. Физкультурно-образовательный фестиваль «Дрозд» в Сарове стартовал 8 лет назад. Ежегодно в нем принимают участие все детские сады города. В каждой команде по 4 человека, 2 девочки и 2 мальчика. Путь к пьедесталу почета у маленьких спортсменов лежал через непростые, но веселые испытания. Самое сложное было кидать мешочки. Там надо было кидать 5 правой, 5 левой, а я кинул 10 правой. Это сложно было. Мне понравилось больше всего здесь танцевать. И понравилось здесь прыгать через скакалку. По итогам фестиваля ребят наградили памятными дипломами и подарками. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.